Что? Я знаю, что вы очень ждали этот влог, но мне его запрещали выкладывать. И позже вы узнаете почему. Что, поехали? День первый. Самолетчик. Летаем на самолете в турниры, чтобы играть, летать. Ну как бы ты здорово, пацаны, привет, hello, man. Давай думай, что делать. Нам осталось до вылета. А, так нам до вылета 8 часов, блядь. 8 часов до вылета. Да, 8. 9 вообще-то. 9 часов до вылета. Еще прикол. Нам таскаться с этой штукой. Здесь форма игроков RGG, я правильно понимаю? Да. Форма игроков RGG вся причем. Еще там мои вещи личные и форма RGG. Вообще, да, это твоя, иди нахуй, короче. Короче, придумали здесь в Казани, мы идем сами снимать видеовлог о том, как я буду какать. Давай их убьем. А нужно в ТЦ, чтобы сейчас не взять зарядку, чтобы я мог снимать хоть что-то для вас. Влог надо снимать на камеры видеонаблюдения. Надо фон, короче, врубить, как будто ты... Что ты делаешь? Идем в метро, по-жесткому. Селфи. Возьмите в рот член. Слушайте рэпера Dirty Monkey. Мой знак таков, West Coast. Я известная популярная личность, меня знает интернет. Снимает, да? А, ты снимаешь? Я оператор. Он мой теперь. Он теперь мой. Тихо. Тихо. Этот бот у меня его. И он стоит так-то неплохо. Я мало того, что личный оператор, так еще и личный оруженосец. Я желаю тебе, чтобы ты упал под пот. Это можешь передать своим верным фанатам. Всем привет, полетик за RGG. 2000 пришло. Наконец-таки мне с рекламы было. Здорово, пацаны. За RGG болеем. Мы в аэропорту, пора. Ну типа Сузая Джузуя. Имело свойство осуществлять понимание. Нам тут еще тусить. Сколько еще раз по времени? 4 часа. 4 часа нам здесь находиться, чтобы вы просто понимали. Ты снимал это? Зачем? Ненавижу снимать видео вот так вот. Это что такое вообще? Я хочу просто взять телефон и так вытянуть. Я его разбил. Серьезно? Да. Серьезно? Вот трещина. Как я стыдал. Время 5 утра. Мы в щи. Сейчас будем проходить регистрацию. Мы все это время занимаемся какой-то полной херней. Да. Если начнется авиакатастрофа, надеюсь, я запишу это. И это пойдет на всякие мемы. Вот и произошла посадка. Вот мы и в самолете. Это VIP-самолет. Тут еще, смотрите, что тут еще вот это вот. Стриптиз. Это... это маршрутки, которые ездят по облакам, и мы едем в одну из них. Прикол. Вот туда я выпрыгнул посередине полета. И исполняется самые жесткие трюки, за которые я получил бонус. Если вам не безразлично, что ваша жена или муж сидят без вас и рядом с привлекательным незнакомцем, у меня нет жены. Я надеюсь, первая часть, которая с самолетом отвалится, будет крыло своей системы. Часть 2. Вот и прилетели, и говна поели. Это я, короче, с фанатами. RGG. Но наполовину. Нихера тебе камера широкая. Прям как я, ну, получается. Если бы мне дали бы 300 косарей за штаны, блядь, я бы сейчас прям туда в озеро прыгнул. На этом самокрутке. И что, ныряем туда, да? Сучкой. Я бы выбрался как-нибудь. Только знаешь, как в миньонах, если они туда сделают, башня, типа. Прикольно. Вертолет, блять. Панерот. Блять, как же похуй. Что ты снимаешь, долбоеб? Ну снимаю, я видеоблогер. Ты взял банный, что ты хочешь, блять, видеоблогер? Пойдем под автобус. У меня вот такая хуйня в виде кольца, опухший палец. Кольцо не по размеру, я пытался его снять. Пальцы очень больно, пальцы очень неприятно. Спорили с Дамиром, что я смогу снять это кольцо при помощи камней или там подручных средств. Смогу ли я взять условно вот этим камнем кольцо, которое само по себе очень довольно прочное. Это не какой-то там легкий алюминий твердый металл, блядь. Вообще, блядь, вот и приключение на жопу, я эту хуйню не смог снять.
палец опухший просто в хлам. Мне бы как-то снять кольцо. Да не пилится. Не пилится вообще? Краска слезает. К врачам кому-нибудь, если есть знакомый. А, ну тут жопа, короче, а потом интересно будет, если что. Попробуем, как думаете, снимется? Нет. Я тоже думаю, что нет. Результат, но он есть, да. Во всяком случае. Ну, да, маленький, но он есть, да. Короче, занимались мы этим в районе часа, но по итогу как бы смогли это сделать, но до сих пор уже спустя полгода у меня там на пальце есть шрам. Потому что ожоги были очень сильные из-за того, что как бы крутилась эта херовина, и мне очень сильно палец грелся, и было, короче, очень больно, да. На эту хуйню катаешься, блядь, там же дети одни ебаные. Я не могу нормально сидеть на этой хуйне. Это я могу. Блядь! Все, я сейчас телефон твой упадет, ебло. Какую-нибудь воду платно видели? Да в смысле, блядь, ты издеваешься? Это вода... Специальный просто бойлер такой стоит для воды. Это мой, кстати. Твой? Да. Продай мне. Сколько? 5 рублей. Много. За 3 отдам. Это чё? Короче, встретил подписчика одного. Сейчас сидим, хаваем чисто вот на скамеечке, потому что тут вообще негде сидеть абсолютно. Вот собака. Это не собака. Там собака. А это кто? Это не собака. Там вот собака вообще. О, голубь. А, нужно её слышать. О, пошёл. Смотрите, пацаны, вот раскидали голду. Вот. Сейчас будем ждать подписчиков. Пацаны, вот, короче. Промокод подписчику дал, за то, что он пришел единственный. Вот, да. Да, так вот. Главное, потом будет замазать. Uh-huh. Вот, короче. Ну да, заходи на аккаунт, покажи, что ты там появилось такого. Активирован. Нихуя себе. На аккаунт заходи скорее, посмотрим, что там будет. Что? 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 Стикер. Чего? Это правда. Подписывайтесь на Play, он раздает промокоды. Подписывайтесь на Play. Машина, которая получится, когда подпишетесь на мой канал. Вот эта вот машина. Вот все эти машины. Все эти машины. Это все мне, он подарил их. Я подарил их сейчас ему. И вкусную точку оплатил. И вкусную точку подарил. Неплохо. Каски татарские всякие, там водяные, шурале. Слушай, неплохо. Маша, можно есть? Будьте здоровы! Попробуем необычные соки. Вот сок, как он называется. Юмик из сыка. Я, короче, у меня озеркально. Ну, короче, миксианский микс. То есть, типа, как... Короче, круто считается. И банановый. Член. Что? Ну покажи меня, скипнул. Да пошел ты нахуй, всем похуй. Как тут, блядь, переворачивать эту хуйню, блядь, задом вперед? Куда нажать, нахуй? Я бы сам себя выебал, слышишь? Блядь. Короче, пошел он нахуй, этот придурок ебучий. Вот он стоит, блядь. Ай, блядь, котина, ебать. Пусти, сука! Там сок, говорю, попробовал уже. Говорит, говно, плюет он. Но меня, сука, не впускает. Пусти меня, это тебе все залапаю, блядь. Третий день влога заканчивается, подходит к концу, блядь. Короче, ребята, это пока что все, потому что мне нужно как-то выложить поскорее сегодня ролик, вот как бы вы ждете ролик, а я все еще как бы не доделал это видео. Давайте, если вам понравится это видео, то я разделю этот ролик, получается, на две части, и уже вторую часть я выложу. Только если вам понравится этот